Друзья, приветствую, Алексей Азаров. Мы сегодня с вами находимся в городе Сан-Ремо, Капо-Пино. Посмотрим небольшую однокомнатную квартиру на первой береговой линии. Первая береговая линия. Вы не поверите, но сейчас через 15 минут будет дождь. Это гористая местность. Только что была шикарная погода, как видите, вон там еще бирюза. Но в любом случае мы успеваем вам показать данные апартаменты. Небольшие, однокомнатные, с выходом на небольшой песчаный пляж. Бассейн с морской водой. Здесь везде стоят лежаки, зонтики летом. Терраса просторная, где можно и нужно отдыхать. Внутри все очень миленько. Комната с кондиционером, а также с вентилятором. Диван, кровать. Здесь ванная комната с душевой кабиной. И кухня. Можно спуститься к морю. Вот здесь по лесенке. Вдоль дороги можно поставить парковочку, машину, если есть свободные места, или вдоль дороги, которая идет около кондоминиума. Вся подробная информация будет на нашем сайте azarov.ru. Переходите по ссылке, которая будет внизу в описании данного объекта. Всем пока!